Личная жизнь Александра Лукашенко не столь постоянна, как его политическая карьера. В 1975 году будущий белорусский лидер женился на школьной подруге Галине Жилнерович. Вскоре в семье родилось двое детей. Старший сын Виктор Лукашенко сегодня занимает пост советника белорусского главы в Совете национальной безопасности страны, а Дмитрий Лукашенко возглавляет Центральный совет президентского спортивного клуба. В белорусской прессе неоднократно сообщалось, что в последние годы президент не живет с женой, но при этом официально продолжает состоять с ней в браке. Галина Лукашенко живет в собственном доме в поселке Рыжковище и находится под постоянной охраной мужа, по поручению которого никаких комментариев относительно отношений с ним прессе не дает.